Крупные концертные промоутеры России считают, что Софии Ротару закрыт путь на российскую сцену. По их мнению, ни один заказчик не захочет рисковать, приглашая украинскую знаменитость. София Ротару, в принципе, может дать концерт в России, но вряд ли кто-то захочет его организовывать. Такое мероприятие, скорее всего, будет иметь очень негативный резонанс. При этом карманы Софии вряд ли опустеют, поскольку за пределами страны живет много самостоятельных людей, в том числе и русскоговорящих.